уважаемые зрители! С вами Самоэль, и это очередная серия технических похождений. И из-за того, что у меня опять обновился этот ченк, я решил отсюда переезжать и заняться мисткрафт модом, чтобы найти себе какой-нибудь рай. Вот такой, чтобы прям рай-рай был. Чуть тебе не нравится штука. Видите, транспозер. Все. Пошла. Так. По-моему, они что, еще и не стапаются? По-моему, вот так будет быстрее. Опа. Все. Сейчас мы все это кинем в систему. Так, у нас же и беспроводная хрень, но здесь нельзя крафтить. Ну, кинуть мы сможем, в любом случае. Так. Теперь, вот, 21. Сак. И последнее, что нам нужно, это у нас... А, два мешочка сложишь. Два мешочка чернил. Все, 16. Я думаю, нам этого пока что хватит. Машинам энергии не нужна. Халява. Так. Давайте-ка. Нам потребуется... как хорошо, что я научил систему крафтить все заранее. Бумага. Так. Мы кладем сюда кожу и получаем Descriptive Book. А если положим сюда Blank Page, просто получаем. Так, ноутбук, Descriptive Book. Ноутбук, понятное дело, пока пустой. Как же получать вот это вот Unlinked Book? И мы продолжаем, уважаемые зрители. Я сделал Unlinked Book, просто щелкнул, и она стала Linked Book. То есть книгой вот как раз на это место. Ха-ха. А теперь мы можем спокойно открывать Descriptive Book и улетать в неизвестность. То есть, если что, мы всегда успеем переместиться. Только я пойму, нравится мне это место или нет. Это летающие острова. Вообще-то красиво. Но здесь... даже не знаю. Как-то уж очень. Так-то вообще здорово. Живешь, не тужишь, но здесь света мало. Поэтому... нет, мне эта книжка определенно не нравится. Тьфу ты. Она одноразовая, что ли? Так. Ладно, наверное, это не очень интересно смотреть, как я путешествую по мирам, а потом лагаю. Поэтому я ставлю на паузу и ищу что-нибудь подходящее. Потом, как только увижу что-нибудь интересное, вам покажу. И мы продолжаем, уважаемые зрители. После долгого времени поисков, кажется, я нашел то, что хотел. Я скоро пойду в это странное измерение. А он находится вот в этой книжке. Вот эта книжка — это измерение, которое будет моим домом. А вот в этой книжке находится грибной биом. Ну, вдруг понадобится. Также... так, мне понадобится филлер. И тессеракт. Так, дикий,
понадобится Item Tesseract. Ну и Energy Tesseract тоже. Сейчас мы немножко изменим, что филлер работал на полную мощность. Вот такая суматоха, переезд уже не до карьера, если честно. Так. Будет четвертая частота у нас. Филлер. Пауэр. Пауэр. Сейф фрекенси. Вот так. Ну и, конечно, накапливать, потому что как девать эту энергию пока что некуда. Филлер. Сейчас мы подзарядим еще джетпак, подзарядим броньку. Возьмем метки. И пойдем уже размечать территорию. Так. Хватит, хватит отдавать энергию. Мне она тоже нужна. Короче, тут с переездом такие веселости возникают, что даже не до смеха. Так. Извините. Так, сейчас. И вот так. Энергия набирается. И энергия отдается. Все нормально. Временное функционирование в полузамороженном режиме базы на время переезда обеспечено. Как мы перенесем вещи из системы? Ну, дискеты взял и понес, называется. Также нам потребуется чуть-чуть булыжника, потом маркер. Можно сразу маркер плюс взять, не уверен, что они будут работать, но пусть попробуем. Левел. Item Tesseract. Нам потребуется базик экспорт баз. Не знаю, как при таких. Хотя нет, вроде бы мои системы создания не должны были пострадать. Да, нет, все нормально с системами. И мы ставим сюда Tesseract. Почему бы и нет, сюда. И на него ставим базовую экспортную трубу. И, пожалуйста, экспортируй в этот Tesseract булыжник. Кобл, send only, set frequency. Здесь еще антли предмет, еще один Tesseract есть. Так, теперь мы наконец-то отправимся в тот мир. О, да. Он абсолютно пуст. Что это? Из-за этого глюка меня даже выкинуло из игры. Ну и, пожалуйста, здесь... на 64 уровне. Фу, как хорошо, что у меня есть джетпак с собой. Мы и обоснуемся. Платформу я построю за кадром, а сейчас хочу сказать вам до свидания, уважаемые зрители. С вами был Самоиль и его новый дом.